Я пока на каком-то, то есть я пытался как-то сделать вид, что все как обычно, но я понял, что я как бы я живу на каком-то адреналине, у меня случаются какие-то панические атаки на тему безопасности, вот. Ну, сейчас нужно немножко как минимум прийти в себя. А мне нужно прийти в себя, мне нужно как бы осознать, что происходит. Сегодня пятница, есть еще 2 дня, как бы. Я постараюсь принять это решение в ближайшее время. Просто мне пока довольно сложно. Я бы очень хотел вернуться к обычной жизни, и пока я не очень понимаю, насколько это возможно и что для этого нужно сделать.